Ну, тут просто ехай. Просто ехай. Очень хорошая комплектация мотоцикла. Очень хорошая. Тут только ехай. Траешься на конусах. Тут так все классно. Тут действительно все классно. У него тут свой держак троса. Свой идет на 3.5.4 и 3.5.3. Свой держак троса. У 360-ки другой. Вот она, соляночка 3.5.4. Глушители новые, колени новые. Ну, хороший экземпляр. Да, 30% не по модели. Но в данном случае роль играло его техническое состояние, а не конвейерная сборка. Комплектация, скажем. Роль играла именно техническое состояние. Нужен ходовой мотоцикл. Кстати, на 3.5.4 проблемы с бардачками, с боковыми железками. Проблема. Скажем, с рулем проблем нету, руль свободна. Фара, в оригинале у него была с собой родная фара, но я целенаправленно поставил 360-ю. Потому что на оригинальную фару там невозможно H4 установить галогенку. Надо ставить спиральку, а спиралька есть спиралька. И сюда я установил именно целенаправленно 360-ю фару. Кстати, очень неплохо смотрится на 3.5.4. Параболах очень даже неплохо. Проводка 0. Все протягивал. Все полностью. Проводка вся в 0. Ой, красота. Просто красота. И ручка мне нравится, вот именно от Калифорнии. Очень удобная. Скажем, ну, фикса быстрая, короткая ручка, короткая. Очень удобно. Да, трос тут торчит, но это не мешает. Это не мешает. Вот такой вот последний из моих стапелей. Из моих шедевров. Ну, долго мне подавался, прямо, ну, не подавался, ну, 2 года, ну, ой, как он мне не подавался, ох, как он мне не подавался, ну, наконец-то я его добил, уговорил. Так, тут насчет хрома, что я говорил, у меня даже, скажем, даже пружины, и те захромированные, вот видно. Ну, там вот ножка тоже доработана, переварена, все. Идет под смазку, под отдельную, принудительную. Пружинки. И даже лючок цепи. Вот он тоже там хромированный, и лючок, и пружинка тоже. Ну, все под хром, абсолютно все. Ну вот, как бы, что сейчас требуется? Сейчас требуется его выгнать на улицу и попытаться его завести. Работаем дальше. Забыл еще добавить самое ценное. Рама тоже усилена. В этих местах рама усилена. Добавлена пластина усилена, чтобы усилить саму раму. И здесь тоже рама усилена. Здесь просверливается отверстие и заваривается палец. Это на тот случай, если когда заставить дуги, чтобы рама не согнулась. Ну и задняя часть рамы тоже усилена. Добавлены пластины. Маятник на иголках, про это я уже говорил. Ходовая, в общем, ходовая здесь усилена. Она конкретно усилена. И еще на этот мотоцикл будут устанавливаться масляные дуги. Они у меня сейчас вот после него пойдут сразу в процесс. После этого мотоцикла дуги пойдут в процесс. Будут дуги. Будут дуги 6 комплектов будет старушачьих. И 6 будет 38-х, 34-х.
Так что дуги будут доступны. Здесь в комплекте еще пойдут дуги масляные. Снежовички. Ну вот. Ну, сейчас надо пробовать заводить, как я и говорил. Но на улице идет снег. И это мне не нравится. Ну ладно, попробуем как-нибудь. Работаем? Работаем дальше. Ну вот, работаем дальше. Прямо непруха какая-то. Я как видео снимать, вот прям не знаю, как в западло. Или ветер, или дождь, или снег. И сегодня то же самое. Мотоцикл весь мокрый. Весь такой замоченный. Снежинками. Сейчас хоть снег немножко. Ну, так не особо сильно идет. Тут так давило. Мама, не горюй. Так, ну вот я его прогрел чуть-чуть, тут погонял. Вот, забыл еще добавить. Значит, новые покрышки стоят чешские. Митос. Впереди 3,25. Сзади 3,50 тоже. Камеры тоже новые. Вот, что передняя, что задняя, тоже новая. Ну вот, на номере стоит нержавеющая пластина добавлена. С нержавейки сделана. Вот. Вот такие еще здесь вложение, как говорится. Но вот так вот выглядит соляночка. 3,5,4. Ой, красота. Так, ну что, ну надо заводить, погонять. Вейп я не проверял. Что-то такая погода, не хочется копошиться здесь, это подсоединять, снимать. Ну, можно было подкалибровать под стробоскоп. Ну, нету смысла калибровать, потому что результат и так ясен. Зажигание я перерегулировал, все должно быть красиво. Вот, так что калибровать вейп не буду, что-то не хочется в такую погоду. Ну, вот так вот выглядит сзади. Задняя часть. Глушители доработанные тоже все. Вот. Ну, надо заводить. Надо заводить. Но противно так стало на улице. Я когда в гараж шел, ну, солнышко было, все было красиво. Так, включаем зажигание и заводимся. Ну вот. Мотор просто шепчет. Ну просто шепчет. Шмель отдыхает. Шмель. Я на этом двигателе синхронность не дорабатывал, но синхронность уже хорошая. Да, сама по себе синхронность хорошая. Не пришлось подмазывать картера, цилиндры. В то время я еще не подмазывал. Тут тоже все красиво. Все шепчет. Но этим проектом я действительно доволен. Но долго он мне не подавался. Ну просто не подавался долго. Как проклятый. Да, синхронность здесь все-таки хорошая. Хотя я ее не дорабатывал. Здесь так удачно получилось все. Погода все испортила. Ну вот, еще один проект из моих стапелей. Солянка 3,5,4. 30% деталей не соответствует модели. Но это не мешает для удовольствия ехать на этом мотоцикле. Абсолютно не мешает. Ехайте себе на радость. Так что клиент будет доволен. Однозначно.
прежней. Сигнал тоже шумит. Ну вот, еще одна красота. Двигатель хорошо работает, действительно хорошо. Аж приятно. Ну, электронное зажигание делает свое дело. Ну вот, на этом, наверное, как бы и все. Очередной проект «Солянка 354» завершен. С большим натягом, с длинным сроком, но завершен. На этом я с вами прощаюсь. Не ищите причину, ищите возможность. Возможность может перенести только серьезные обстоятельства, а не диванная причина. Я доступен абсолютно для всех, кроме тех, кто не оценил моего доверия или попытался меня нахамить или нагамить. Я от таких особо одаренных людей самоудаляюсь. А так я доступен, помогу, чем смогу. Ну, на этом как бы и все. Пишите, звоните, будем общаться. Хочу весну. Всем пока, учебный канал Дебра Яла, Георгий.